Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Девятый день, 275 конфет я забрал, я доволен. Я доволен то, что у нас уже конфет. Сколько у нас? Около 3000, по-моему, должно быть. Слушай, события, что у нас по событиям? Ну-ка глянем. Так много всего и ни одного события ближайшего нету. Ладно, заберем здесь рыбу. 150 тысяч. Тихо. Я надеюсь, не успел я нажать, а то бы сейчас сфейлил бы все свои самоцветы. То есть руны. Какие самоцветы, Рэй, что ты несешь, а? Так, монеты Одина. 6 штук. Здесь нам выпадает шторморез, шипорез, экзотический шепот смерти. И даже железо выпало, прикинь. 20 штук. Так, я пока рекламный смотреть не хочу, ребят. Я, наверное, уже в конце гляну, когда будем заканчивать видос. За кадром, так сказать. 300 лямов древесины. Вот это хорошо. Вот это барский, так сказать, подгон сейчас был. Значит, мы с тобой опять же отправляем. Нет, 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 нет. Мы его отправляем, да, на поиски. Так, ну что, получается, раз событий пока у нас никаких нету, то никто не отменял арену. Так ведь? Так. Откажусь от твоего выгодного предложения. Фига, ребята, цены. 490. Вы че, ребят, вообще что ли умом тронулись? Кто у вас будет покупать за такие суммы? Я не знаю. 109 уровень. Ребята, надо будет прокачать нам креветок каким-то макаром. Каким пока не знаю, но надо. Так, древесники мои тут как тут. Громолет получил уровень. Ну, это такой, ребят, поверхностный уровень. Давай-ка ты, наверное, за рыбой полетишь. Ты у нас постоянно за древесиной летал. Сейчас будешь добывать рыбу. Так, ну, новая способность. Да-да, ребят, это тыкве-брон. Я никак не запомню, как его увеличать. Тыкве-брон. Здесь у нас что? Здесь у нас 109 уровень. А, он получил, ребята, 109 уровень же у нас, точно. Так, бро, ты пока лети за этим, за деревом. Мы начнем его, наверное, прокачивать. Ох ты, 250 уровень. Я думал, что тусклый янтарь выпадет, прикинь. Нет, нифига. Выпали руны. Как-то очень интересно. Кого-то мы еще хотели прокачать. Тебе, что ли? Ну, наверное. Пускай пока сидит здесь. Сидит и молчит в тряпочку. Так, подожди, ребят, потерялся. Здесь все тихо. Как это отдалить камеру-то, блин, а? 4-5, по-моему. Так, у нас еще инферно здесь. Сколько? Я опять не посмотрел, сколько брызговик мне принес рыбы. Ну, 75 лямов, ребят, не так уж и много. Не так уж и много. Ну ты-то в конце концов прокачаешься у меня в титан или нет? Вот ты жук, а. Ну ищейка, ну ты жук, я не знаю. Каких свет еще не видывал. 120. А пускай идет, тренируется, ребят. Ну что ты, кошмарный пристиголов. Грустишь. Хочешь подкачаться? Ну иди подкачайся чуть-чуть. Так уж и быть. Отправили мы его на тренировку. Сезон. И давай заберем здесь награды. Раз. И два. Добудьте тонны древесины. Так, у нас 3000, ребят, конфет. 3000 конфет. А нужно 8500. Да уж. Нам еще добывать и добывать получается. Так, ну что, этого отправили на поиски. Этот, как всегда, со своими грибами. Грибник фигов. Так, пошел тоже. Короче, он искать. Тут блестящий янтарь. И больше пока ничегошеньки, да? Кстати, мы можем... Нет, не можем. Думал, можем прокачать, но, видишь, оказывается, что не шиша подобного. Так, поиски... Башни.
ты полетишь у нас изучать яйцо какое-то там, не знаю кого. Грамгильда. Что же там выпадет нам? Ну, слушай, интересно. Наверное, дадут, скорее всего, руны. Угу. Дадут руны. Поэтому я с удовольствием отправляю дальше его в приключение. Драконий край. Так, мне что-то там говорили, качай без зубика. 180 лямов. Ребята, не получится. Пока не получается. Единственное, что получится, это отправить его в приключение. Кревет, громоль. И все, кревет, громоль. Два всего лишь. Что-то жидко-то, эй. Вот вы жидкари, а. Вы специально так делаете. Так, начать. Ой, какой завершенный. Что ты творишь-то, а, Рейчик? Ну хорош, успокойся. Не нервничай, не кипишуй, все нормально. Малые острова, вон, иди лучше посети с Беззубиком. Так. Отправили Беззубика в путешествие, значит, мы с тобой можем вот здесь еще забрать. Нам буквально одно, ребята, сделать, и загадочный пак будет у нас в кармане. Здесь вроде бы по остальным вроде как все. Какое там все? 137 древесин. Неплохо, ребята. Древесинки нам добывает. Кревет. 66 за 630. Не пойдет. Надо докачивать его каким-то образом. События нет, ребята. Я не могу добыть много здесь рыбы. Без события, ну, вообще никак. Я этих отправляю, ребята. Если место просто есть... У нас, как говорится, на тренировочной, то пускай, конечно, идут туда и тренируются. В академке. Ну что, вроде бы здесь все забито. Я предлагаю, значит, следующее. Так, мы еще тыкву с тобой не нашли, вот она. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 осталось. Слушай, если даже в день по одной открывать, то нормально, ребят, получится. Мы получим это яйцо. А уж кто там выведется, я не знаю. Может быть, даже у нас есть этот дракон. А пока получаем загадочный пак. Шторморез. Громобой, шепот смерти. Вот так вот. 3264 руны у нас. А для того, чтобы открыть новую территорию, ребята, вот, например, здесь. А, ну здесь я не смогу. Вот это вот. 3500. Блин, ну тут такая маленькая территория. А что там это наверху такое? Это, наверное, лесопилка, скорее всего, ребята, будет. Скорее всего. Ну что, погнали на арену. Будем здесь забивать паки. Да и плюс пак вождя. Наверное, возьмем два пака вождя сегодня. По полной сыграем, да? Чё ж, как говорится, мелочиться. Ну что тут у нас? Тут у нас, ребята, ну, не все так страшно, в принципе-то. Уровень какой? 18 и 17. Два уровня. Ну, само собой, они начинают сразу же мне шторморез атаковать. Нашли, как говорится, да? Кого обидеть? Ну, а мы с тобой одного убрали. А это сейчас будет на глушняк валить. Будет, будет, поверь мне. А этот добивать, само собой. Ну, такая вот у них, ребята, противная команда. Мы тогда сделаем следующим образом. Вот так вот. Тебе же 3 энергии. Слушай, ну нормально. Он под усиленной атакой, следующий будет бомбить сюда. Меня такой расклад устраивает вполне. Давай, под усиленной. Разбег лучше сделай. Еее. Он сейчас вырубит костолома. Хе. Ну что, птенчик, теперь ты наш полностью. Теперь ты ничего не сделаешь. Вот только можешь вот так вот тренироваться в пустоту. А мы тебя будем дальше разбирать. Так, еще, ребята, один раз промахиваться. Добиваем, все. Эй, так не годится, ребята. Ну вот и следующий у нас поединок. Я смотрю, здесь Хофер.
Ужасные, подожди, не ужасные, это у нас... Давай, наверное, вот отсюда начнем. Хофера как можно быстрее вырубим. Этот заморозчик сейчас тут будет. Понижает броню. Ну, естественно, сразу же начинает атаковать. Промашку дал. А раз дал промашку, значит хорошо. Давай, наверное, вот этого теперь будем. По Шурику. Ну, Барсику, короче, крышка, тут уже понятно. Это... Ну, ты уже, как говорится, я уже издалека предвидел, что они именно Барсика вольнут мне. Ну, а теперь нам надо... Заморозка, он замедлил меня, плюс атаку понизил. И ускорение, да, идет у нас? На Х2. Еще и здесь влупил. Ну, я в любом случае его сейчас размажу. Он сопротивляется, но это бесполезно. Так, ребята, у нас последний поединок до пака вождя. Я надеюсь на это. Единственное, что мне нравится, что здесь вот зелень. Блин, как они бомбят, а? Что-то фейлом пахнет, кажется. Ой, ребята, фейлом пахнет. Ну, Барсика распишут, конечно же, сейчас. Этот нет, а вот... Но мы все-таки быстрее уничтожили одного. Этот вот, если сейчас будет... Слушай, ребята, он сейчас делать будет заморозку. Ай-яй-яй. Блин, он нас заморозит. Это однозначно. И причем довольно сильно, да? Кто бы сомневался бы. Кто бы, блин, сомневался. Нам лечиться надо. Так, звучит, да? Нам лечиться надо. Блин, если я бомбану, толку от этого не будет никакого абсолютно, ребят. Поэтому просто укусим. Ага. Добьет? Не добил, ребята, но... Блин. И туда не хватает, и туда не хватает. И что делать? Ну все, ребят, по-моему, проиграли мы здесь. Со своей заморозкой, блин. Он сюда промахнулся. Надо этого сейчас ушатывать. Слушай-ка, а если я... Давай проверим. Давай заморозку, парень. Отлично. То, что нужно, ребят. То, что нужно. Это что такое? Это что за урон? Вот так вот сделаем. А с фига ли он начнулся-то? Эх, походу дела не получится, ребята. Размажет. Промахнулся, вряд ли он промахнется. Ну, бывает, я старался. Так, ребят, ну что, выпали нам два обычных пака. И вот он, первый пак вождя, который я забираю. Душитель, громобой, острокрылый змеевик, водорез и глыба. Как я говорил, будем добиваться сегодня двух паков вождя. Один получили, еще один у нас остался. Такс, ну что, я вижу кандидата на первую разборку. Это вот этот вот, ребята, пристеголовый, который промахнулся. Как говорится, нам только на руку это сделано было. Сарделька. Вот так вот. Змеевик острокрылый. Ну, естественно, все начинают сразу бомбить Барсика. Все, как один. Я, в принципе, понимаю, почему они это делают, ребята. Самый маленький кто? Барсик. Легче кого забомбить? Барсика. Поэтому они и бомбят его в первую очередь. Ой-ой-ой, еще и энергию у меня отнимет сейчас. Надо его убирать отсюда нафиг как можно быстрее. Давай укусиком. Отлично. Так, сарделечка, ты осталась у нас одна, я смотрю, здесь, да? Угу.
наши любимые промахи делаются. Можно было бы, конечно, и слепоту на него повесить, но я уже думаю, так добьем. Давай, укусик. Тут довольно легко было. Блин, ненавижу его, а. Ненавижу. Так, надо будет его, наверное, все-таки первым, да? Попробовать убрать. Фиг ты его убрал. И этот еще тоже со своими фаерболами. Такая довольно серьезная команда здесь собралась, блин. Одного убрали мы все-таки. Так, давай теперь с этого начнем. Точнее, не начнем, а продолжим. Ужасное чудовище, оно нам тут нафиг как бы не нужно. Ну, главное, парящий прихвостень отдуплился, ребят. Так что теперь нам здесь будет, ну, попроще. В разы. Так, давай бомбить сюда. Так, бомбить сюда. Пиу, фаербол. Лечим. Делаем укус. Барсик. Но барсик не набьет. Кто нас может добить? Шторморез, наверное. Изи. Так, ну что, друзья, последний, наверное, я надеюсь, поединок. Если мы, конечно, их всех здесь разобьем. Блин, этот замедлятель тоже тут стоит. Да он не то, он не замедлятель, он, да, он замедляет, и плюс еще, ребята, понижает броню. То есть, так, а этот вот, ребята, вообще понижает броню и уроны какие наносит, блин, а? Че, Барсик, все? Все, Барсик у нас отплясал свое. К сожалению. Ну давай. Сейчас они возьмутся за штормореза, да? Вот чепушилы. Окей. Остался последний Громоль. Если мы с ним разбираемся довольно быстро, то будет очень круто. Скорее всего, у нас получится, ребят. Что он, фаербол выпустит, да, свой? Никаких фаерболов. До свидания. Ну что, за вторым паком пошли. Ну вот и второй пак вождя. Так, шторморист, костолом, ужасное чудовище, крылатый ужас, древоруб, парящий прихвостень и экзотический шепот смерти плюс барс и вепрь. Вот так вот, ребят. Хорошо. Хорошо повоевали. Так, отправьте беззубика в путешествие. Мы получим с тобой 50, ребят, наград. Посмотреть видео. Так, добывать железо. Собрать 30 предметов. 6 ключей собрать. Ускорить действие 10 раз. Выполнить 9 ежедневных заданий. То есть, как бы можно было бы, да, ребята, много-много чего. Например, на Олухе на том же самом. Точнее, вот здесь вот над катапультой. Ну, опять же, слабый дракон, мы не справляемся. Нужно прокачивать Барсика. Другого варианта я пока не вижу. Ну что, друзья, на этом сегодня мы будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.